На этом, пожалуй, притормозим и поговорим о самом сериале. И для начала я, само собой, должен предупредить. Сериал строго 18+. Основан он на серии одноименных комиксов Гарта Энниса и Дерека Робертсона. И сразу скажу, сериал и комикс очень разные. Общие в них только какие-то сюжетные повороты. Этот малыш полон сюрпризов. Корни отличается. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин и сериал «Пацаны». Сюжет сериала перенесет нас в мир, где супергерои для людей – суперзвезды. Повсюду мерч, став и атрибутика с ними. Ну и что скажете вы? В мире DC или Marvel люди также восхищаются супергероями. Что в этом особенного? И да, с одной стороны, вы правы. Вы великолепны. Да, молодцы! Но, в отличие от вышеперечисленных, супергерои здесь это скорее бренд. Да, у них есть суперсилы, да, они помогают людям, но все это лишь для поднятия собственного рейтинга. Улыбки, селфи, помощь, все это для того, чтобы их популярность, а следовательно и их доход росли. Мерзавцы-пираты украли мой фильм за 3 недели до премьеры. Нельзя пройти по 5-й авеню, не увидев стойку с нелицензированными футболками с Хоумлендером. Нарушение авторского права стоит Волт убытков на 1,2 миллиарда в год. Это и наши деньги. Да и помощь от них, если честно, довольно своеобразна. Например, если для помощи людям понадобится приложить много сил, то проще этого не делать. Конечно, если никто об этом не узнает. Да и если, допустим, кто-то погибнет в ходе супергеройской деятельности, то не беда. Сопутствующий ущерб, информация о котором по большей части замнется. И именно это и произошло с обычным пареньком по имени Хьюи. Его девушку буквально разорвало на кусочки из-за того, что через нее пробежал супергерой. Я не могу остановиться, не могу остановиться, не могу остановиться. Само собой, от Хью пытаются откупиться. Вам только нужно поставить подпись вот здесь, и я отдам вам чек. Это договор о неразглашении. Но он не соглашается. После этого в жизни Хью врывается мега брутальный мужик Билли Бутчер. Ну или мясник, кому как удобно. Вы из ФБР? По выговору не скажешь. Что, нельзя быть иммигрантом? И предлагает отомстить суперам. Для этого он собирает свою старую команду, куда входят сам Бутчер, французик и молоко матери. Не спрашивайте. Это кличка такая? Нет, моя мать назвала меня молоком матери. Правда? Но Бутчер не просто хочет побыть добрым самаритянином и помочь пареньку. У него тоже есть свои скелеты в шкафу и причины ненависти к лже-богам. На этом, пожалуй, притормозим и поговорим о самом сериале. И для начала я, само собой, должен предупредить. Сериал строго 18+. Основан он на серии одноименных комиксов Гарта Энниса и Дерека Робертсона. И сразу скажу, сериал и комикс очень разные. Общие в них только какие-то сюжетные повороты, а все остальное в корне отличается. Также про комикс можно сказать, что он в разы жестче сериала. Но мне лично понравился именно что сериал, так как для меня персонажи в сериале были более приятными, нежели их комикс-аналоги. Я тоже тебя люблю. Ладно, пока. Кстати, интересный факт. Комиксовый Хью был срисован с актера Саймона Пега. Скорее всего, известного вам по таким фильмам, как, например, «Полсекретный материальчик» или типа «Крутые легавые». В сериале же Хью играет Джек Куэйд. Но Саймон Пег здесь тоже есть. Он играет отца Хью. Вот такая вот небольшая рокировочка. Что касательно остального каста. Да, хоть некоторые актеры внешне и не очень похожи на свои комикс-аналоги. Но все-таки подобраны они великолепно. Особенно я бы хотел выделить Карла Урбана и Энтони Старра. Так как одно удовольствие наблюдать, как они не просто играют, а вдыхают новую жизнь в своих персонажей. И довольно забавно было, когда я прочитал комментарии в ВК, что кто-то считает Карла Урбана мискастом для этой роли. Да, я не спорю, что сериальный мясник немного отличается от комикс. Но, как я уже сказал ранее, сериал в целом довольно далеко отошел в плане подачи от комикса. Да, может, Бутчер здесь и не такая грубая свинья, но он все еще жесткий, справедливый, по большей части, эгоистичный предводитель. И да ладно, кто-то реально считает, что Карл Урбан может быть хоть где-то мискастом? Как мне кажется, да, ему хоть роль Даши Следопыта, и он справится с ней на ура. Будет такая брутальная Дарья, выбивающая все дерьмо из жулика. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Энтони Старр же в роли Хоумлендера вышел просто невероятным. Ты просто не знаешь, чего от него можно ожидать. И это в нем самое пугающее. Про пацанов я уже сказал. А вот в отряде супергеройской семерки у нас, я буду называть их так, как их называли в озвучке. А оригинальные имена я напишу где-нибудь вот здесь.
предводитель семерки Хоумлендер. Далее у нас поезд А, черный нуар, королева Мэйв, прозрачный, подводный и Старлайт. Заострять внимание сейчас на их силах я не буду. Тем более, я думаю, большинству и так понятно. Но если захотите более подробный обзор семерки, то пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео. Вообще, сериал в целом можно назвать сатирой на наш мир, отвечающий жестокой правдой на вопрос, а что если бы супергерои реально существовали? Разве не очевидно? Билеты в кино, мерчендайзинг, парки развлечений, видеоигры. Многомиллиардная глобальная индустрия, которую поддерживают корпоративные лоббисты и политики с обеих сторон. И я голосую обеими руками за то, что все так бы и было, как нам показал сериал. А показал он нам довольно жесткий мир. И хоть я и сказал, что комикс жестче, но это не отменяет того факта, что в сериале вас будут ждать кровь, мясо, убийство, секс и нереальное количество мата. Хули ты лыбишься? Таких случаев дохуя больше. Блядский лицемер. Смеются, блядь. Ебал я этих блядин. Хуёй, блядь, отрасти яйца. Какого хуя? Все хуйня. Перестань быть пиздой. Ты меня за ебаного идиота принимаешь? Пиздуй отсюда. Поэтому я бы порекомендовал вам сначала посмотреть сериал, а уже потом, если у вас будет желание взглянуть на данный мир под другим углом, прочитать комиксы, которых довольно-таки немало. Ссылку на сайт с комиксами я оставлю в описании. Ну и напоследок, я не просто предлагаю, я требую смотреть сериал в переводах от релиз-студий, не вырезающих маты. Хуев ебанат. Список таковых мне известных я тоже оставлю в описании. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Twitch, на котором я частенько провожу стримы, где мы вместе смотрим какой-нибудь новый сериал или проверенную классику. Ну а я же, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов, и кто твой любимый супергерой? М?